Навигация с сегодняшнего дня открылась. Там все кораблики плавают. Счастье Петербурга. Жизнь возвращается. Ну вот мы подходим к одному из самых вообще красивых вокзалов. Я не знаю, на территории ли только России, а быть может и вообще в мире. Это Витебский вокзал в Петербурге. Это один из самых первых вокзалов, потому что железнодорожная ветка дошла в Царское село и была запущена одна из первых. Но он построен в стиле модерна, начала века. По-моему, просто невероятной красоты здание, которое нельзя пропустить, если вы приедете в Петербург. Благодарим.